Пешеходный переход около остановки улица Промышленная в Засвияжском районе города опасен для жизни. Такое решение приняли сотрудники Ульяновской госавтоинспекции. После уборки дорог от снега в районе перехода образовался снежный вал. Из-за этого многие водители просто не видят пешеходов, выходящих на проезжую часть. Сотрудниками госавтоинспекции по данному факту возбуждено административное дело. Дело об административном правонарушении по статье 12.34 КОАП. Только за прошлый год в регионе было выдано 149 предписаний о приведении переходов в нормативное состояние. Составлено 44 административных правонарушений. Напомнить водителям о правилах дорожного движения вызвались ученики местных школ. Ребятня вместе с инспекторами провела профилактический рейд, прихватив с собой красочные плакаты и памятки с правилами дорожного движения. Уважаемый водитель, гололед и снегопад, будь предельно осторожен, тормоза коварны очень. Тормозной путь удлинен и занос распространен. Чтоб беду предотвратить, скорость надо сократить. Скорости не превышай, пешеходов пропускай. Школьники напомнили взрослым, что у пешеходных переходов необходимо быть предельно внимательными, особенно в темное время суток. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.